Доброго ранку, продовжується ранковий ефір і говоримо на актуальні теми сьогодення. Начебто 21 століття за вікном і всі багато знають різної інформації. Зараз доступ до соціальних мереж, до будь-якої інформації. Але небезпека незапланованої вагітності у підлітків віком від 12 до 16 років. Вона існує і про це нам сьогодні будуть розповідати тут у студії представник місії в Україну Світлана Корольова. Доброго ранку. Доброго ранку. Пані Світлана, ну що ж, говоримо про таку актуальну тему, тому що дійсно, начебто наші діти, вони зараз поінформовані так. І багато розмовляють і в родинах, і в школах. Але все ж таки такі ситуації, коли ось дівчина приходить, звертається до вас і встановлюється незапланована вагітність. Чому так трапляється? Ну, вы знаете, когда я шла на ваш эфир, я готовилась, конечно, и думала, о чем, какую тему сегодня именно поднять в эфире. И вы знаете, жизнь, она дает свои корректировочки, и мне позвонила одна женщина на днях, и она была очень обеспокоена тем, что она нашла у своей дочери рекламу миссии в Украину. Выглядит она так, эта реклама. Здесь написаны наши услуги. Безкоштовні тести на вагітність, консультації перед абортом, и допомога при незапланованной вагітності. Когда я начала с ней разговаривать, она мне сказала, что ее дочери 14 лет, и вот, наверное, она воспользовалась услугами нашей миссии. Я сейчас, имея такую возможность, хочу предупредить родителей, успокоить их, что если вы находите такую рекламу у своего ребенка, не обязательно он воспользовался нашими услугами. Так как мы проводим очень много работы в школах по профилактике рискованных типов поведения, и мы детям раздаем эту рекламу, чтобы они знали, куда можно обратиться в случае вот этой ранней беременности. И вы знаете, когда я разговаривала с этой мамой, она меня попросила рассказать ей кратко о той программе, которую мы проводим. И если вы позволите, я бы сегодня именно сделала несколько акцентов на этой программе. Я надеюсь, у нас это не последняя встреча. Так, звичайно, хочется знать. Да. И поэтому у нас будет возможность именно подробно потом еще поговорить. Дело в том, что эта программа, она разработана нами много лет назад, она утверждена у нас в ГРОНО, ОБЛАНО, в Министерстве образования. С этой программой мы очень много лет ходим в учебные заведения, и мне было бы очень интересно и важно рассказать родителям о их детях, о том, о чем они мечтают, как они видят свое будущее и как они относятся к сексуальным отношениям до брака. И вы знаете, в начале наших уроков, их 5 этих уроков, мы даем им возможность заполнить анкету. Анкета анонимная. Я всегда ребятам обещаю, что эта анкета не попадет в руки ни родителям, ни учителям. Я прошу, чтобы они не писали мне правильные ответы, а писали именно, вот как они думают, вот правду, как они думают сегодня о той или иной проблеме. Это всегда очень интересная анкета. И мы с вами, имея потом возможность, обязательно ее рассмотрим полностью. Но сегодня я бы хотела рассказать о третьем вопросе. В анкете всего 4 вопроса, и вот о третьем вопросе. Не с первого, а именно третий вопрос звучит так. Від кого ви вперше почули про сексуальні стосунки? И вы знаете, если мы берем 100%, то 97% дети не пишут от родителей. Они пишут, это друзья, это компания, значит, это улица. Значит, это все сучасні батьки, але все ж таки не говорят про секс. Верно. Дети практически, это очень редко, когда дети пишут, что они узнали о сексе от родителей. И это есть проблема. Потому что именно родители первые должны рассказать ребенку о том, что с ним происходит. Если брать условно человека, он состоит из 4 составляющих. Это ментальная часть, эмоциональная, физиологическая и социальная. И если все 3 части зависят от школы, от родителей, от того, какие книги ребенок читает, какие компании он посещает, где он бывает, то физиология, она происходит сама по себе. Здесь никто ничего сделать не может. И поэтому обязательно предупредить ребенка о том, что с ним может быть. И я знаю, что обычно родители очень любят, когда говорят какие-то примеры. И у нас на днях буквально пришла девочка 14 лет на тест на беременность. Она пришла со своим молодым человеком, ему 15 лет. У них уже 2 года близкие отношения, интимные. И результат теста был отрицательный, но я не знаю сказать, это хорошо или плохо.
потому что есть уже отношения. И когда мы консультируем таких молодых людей, мы всегда спрашиваем, почему? Почему так рано вы начинаете эти отношения? И ответ, как правило, всегда один и тот же. Потому что он меня понимает, потому что он меня поддерживает, она меня любит. То есть то, что они не нашли в своей семье, они ищут друг в друге. Но для подростков секс и любовь, между ними стоит знак равенства. Они еще не могут отличить эти два таких важных понятия. Поэтому, если они влюбляются в их возрасте, это именно влюбленность. Вони розуміють, що має бути обов'язково секс. Обязательно должен быть секс. И мы всегда на этих консультациях просим девочек поговорить с мамой. Даже если нет беременности, но уже есть сексуальные отношения, подойди, поговори с мамой. И вот здесь уже проблема. Нет доверия. И в школах ребята тоже, отвечая на этот вопрос, они мне говорят, что нет, мы не можем это сказать родителям, они нас не поймут. Вот мы им не доверяем. Можливо, це, знаєте, ми всі копіюємо поведінку своїх батьків. Можливо, ми нас як батьків вже зараз не навчили наші батьки. Тобто є така прірва між саме дітками і батьками, і немає такого порозуміння, правильних стосунків в родині немає. З чого розпочинати? Давайте говорити так просто, щоб просто садити свого сина чи донечку і казати, давай ну, будемо про секс говорити. Ти знаєш взагалі, як потрібно поводитися з дівчиною чи з хлопцем? Ну, ви знаєте, я би говорила немножко другим тоном, мабуть, з любов'ю, з мудростю, з вниманням, з інтересом. Да, я би предложила цей розговор. І, можливо, вот цю рекламу, яку знайшла мама, може бути, це був знак ее дочери к ней, к маме. Угу. «Мам, я хочу с тобой поговорить. У меня уже есть очень много накопилось вопросов. Мне есть что тебе рассказать. Или, может быть, у меня еще нечего рассказать, да? Но я хочу узнать, как это». Потому что нам они открываются, дети, но мама есть мама. И поэтому чужим людям открываются швидше. Да, конечно. Они нам очень быстро открываются, и мы всегда делаем смешанные уроки. Смешанные уроки имеются в виду и мальчики, и девочки вместе. Но, я хочу сказать, нас уже просят приходить в 7 класс. Но я была в 7 классе, я вам честно скажу, я не очень люблю совсем младшие классы, потому что там по-другому надо немножко проводить, там уже мы не можем говорить об абортах, там мы не можем говорить откровенно о каких-то вещах, хотя учителя очень просили именно откровенно об этом сказать. То здесь мы проводили урок только для девочек, потому что ну, в таком возрасте 7 класс девочки быстрее взрослеют. И, конечно, опять-таки, я, наверное, говорила это в прошлом эфире, но я хочу, чтобы родители обращали внимание на внешний вид ребенка. Потому что тот 7 класс, в котором была я, девочки выглядят уже на 16-17 лет, не на 13-12. Угу. Наверное, с позволения... Тобто це погано? Это плохо, потому что на них уже излишек косметики, перманентные брови, нарощенные вии. Да. И я так думаю, что это процедуры все-таки дорогие, и сама девочка в 12 лет не может позволить себе это сделать. Угу. Это было сделано с разрешения родителей. Зачем? Для чого а як можна не дозволити власній донечці, якщо вона скаже, отак, а у Маші і там, наприклад, у Тані вже це зроблено, і я хочу? Ну, дуже спокійно, дуже коректно ребенку об'яснити. Во-первых, які можуть бути последствия. Ця процедура робиться іголочками. Во-первых, об'яснити, що це за процедура, і об'яснити, що тут може попасти інфекція. Возможно, у тебе алергія на якийсь із компонентів вот, цієї хімії, яку вот, будуть тебе наносити на брові. Тобто, спокійно ребенку объяснить, что это может стать негативно в ее возрасте. Она еще формируется, она еще девочка. Это красота, она такая природная, совершенно верно. Она Але сама по себе еще очень красивая. Девчата этого не хочут чути. Это я знаю, потому что у меня есть у подружки донечка. И мы это переживаем, когда мы ей говорим, ну, твои 12-13 лет, ну, не потрібно тебе еще делать эти нігті, ну, не потрібно эти шилаки, ну, можливо, давай так. Ні, от Марійка робить, и я хочу, и просто это до истерик доходит, а я хочу теж дбати про себе. Ти ж собі робиш, каже вона. І такі певні конфлікти, але я розумію, що потрібно говорити ну, про все, не тільки про секс, і про секс говорити буде складно, якщо ти взагалі з дитиною ні про які інші теми Совершенно не спілкуєшся. Совершенно. Це я розумію прекрасно. Але все ж таки, якщо вже така трапилася ситуація і дівчина завагітніла, от які подальші дії? Ну, если она обратилась к нам в миссию, конечно, мы ее успокоим, то, что есть беременность,
И наше решение будет общее. Мы не давим на наших девочек, на наших клиентов. Она должна сама сделать выбор. Ну, выбор какой может быть? Или она сохраняет беременность, или она делает аборт. Мы можем ей дать информацию, последствия после аборта, какие у нее будут, и что будет, если она родит ребенка. Поэтому выбор всегда остается за ней. Но когда это 14... За девчиною чи за родиною? За родиною. Вот я хотела сказать, что когда девочке 14-15 лет, но дело в том, что она не сможет сделать аборт без разрешения родителей. Ее никто не возьмет на аборт в этом возрасте. Все равно надо будет родителям рассказать. И мы вот именно настаиваем на том, чтобы они все-таки рассказывали родителям и уже вместе принимали необходимое решение. Ну, а я, конечно, за то, чтобы наши девочки все-таки, если они попали в такую ситуацию, ну, конечно, чтобы они рожали детей. Потому что аборт имеет очень страшные последствия. Это может быть бесплодие на всю жизнь. А вже бували такі вже випадки, коли от дівчина завагітніла в такому ранньому віці і родила? Да, были такие случаи. Это очень тяжелые роды, это очень серьезная проблема. В 14 лет она еще не сформировалась как женщина, она еще не у нее еще не сформированы родовые пути. И это очень всегда сложные роды, но так случается, да, так случается. Есть девочки, вы знаете, я вам скажу, с каждым годом количество подростков от 14 лет девочек увеличивается в роддомах. Угу. Поэтому мы и делаем тобто профилактику. Тобто статистика зростає, да, того, що да. Дівчата вагітніють, да, все ж таки, да, в такому, да, ранньому віці. Да. Поэтому очень необходима просто профилактика, которую мы проводим в школах, для того, чтобы уже рассказать о последствиях, и ребенок уже понимал, что я могу сделать выбор в пользу свободных сексуальных отношений, или же я буду воздерживаться от сексуальных отношений, потому что я хочу развиваться как личность, я хочу что-то узнать в этой жизни, интересно, чего-то добиться. Секс – это прекрасно и хорошо, но всему свое время. Так, і потрібно розумно до того підходити. Конечно. І два партнери несуть відповідальність. Ви говорите про це? Не тільки там, наприклад, дівчатам говорити, що ти завагітнієш, а потрібно ще й хлопцям розповідати, що от якщо в тебе вже такі стосунки з дівчиною, то ти маєш подбати про те, аби дівчина від тебе не завагітніла. Поэтому я говорю о том, что мы проводим смешанные уроки в смешанных классах, уроки в смешанных классах, где есть и мальчики, и девочки, потому что очень интересно послушать мнение ребят. Вы знаете, а як хлопці реагують, до речі, цікаво. А, ой, вони завжди, от, чим ніже возраст, да, там 14 лет, вони завжди дуже веселі на уроках, вони мені пишуть, що вони все знають о сексі, вони такі інтересні в цьому возрасті. Чим старший клас, особливо, якщо вже приходиш до студента в університет, то там вже дуже багато питань. А тут, як правило, у них питань немає, вони дуже багато інформації беруть з інтернету. А мы знаем, что это, ну, такая информация сомнительная, может быть, но реагируют они хорошо. Но когда мы говорим об ответственности, они говорят, что, в принципе, ответственность должна нести девочка. Но когда мы полностью проводим уже все 5 уроков, то ребята нам потом в последней анкете, они нам пишут, что я николи не дозволю своей жінці чи дівчині зробити аборт, я буду її берегти. То есть уже ми повлияли на їх отношення вот именно к этому вопросу. Тобто вже таке, знаєте, зерно разуму все ж таки, посіяно. Правильного так, ставлення до цієї ситуації, взагалі до стосунків ви вже посіяли. Більше говорити в родинах, ви на цьому робите акцент. А саме, от в яких родинах от трапляються такі ситуації, коли немає цієї довіри і коли дійсно вагітніє дівчина? Ви знаєте, от з моєї практики я можу сказати, це може бути совершенно будь-яка сім'я. Угу. Тобто тут немає такої статистики, говорим... що, наприклад, неповна родина? Ні, абсолютно не має значення, абсолютно. Опять-таки, здесь... Понимаете, я против тотального контроля над ребенком. Это неправильно. Ребенок будет больше отодвигаться от родителей, он больше будет ему... Нельзя такой тотальный контроль. Но я за то, чтобы говорить в семье, постоянно говорить. И это не важно, это полная семья, не полная семья. Опять-таки, то, о чем я говорила раньше, что очень много времени надо уделять своим детям. Вот чем больше вы будете, да, чем больше вы будете со своими детьми, тем больше они будут вас считать своим другом и вам рассказывать свои секреты, свои тайны.
Если вот у нас получится еще раз встретиться, то я бы очень хотела, чтобы у нас была такая возможность, я бы вам почитала вот эти ответы на вопросы, которые мы задаем в анкете. Это будет очень полезно именно родителям послушать, потому что когда на родительских собраниях я задаю эти же вопросы родителям, я говорю, как вы думаете, как ваш ребенок ответил? Ну, это в общем, да? Они дают совсем другие ответы. То есть я понимаю, что родители мало общаются с детьми. Они не знают своих детей. Да, да. Ну і наостанок, ваші контакти скрізь є. Я, наприклад, побачила це в поліклініці. Да. Це контакти які? За ними можна в будь-який час телефонувати? Чи є якісь правила? Є правила. Ми працюємо з 9 до 17. Каждый день, кроме субботы и воскресенья. Угу. Поэтому вот в это время можно к нам обращаться и звонить. У нас нет горячей линии, мы не можем работать в выходные дни. Поэтому вот эти телефоны, пожалуйста, девочка всегда угу. может позвонить. Если она, например, вам зателефонует, вы ее запросите до себя на консультацию? Это какой-то визначается день, час? Да, как ей удобно будет, угу. как ей будет. Мы уже будем подстраиваться именно под эту девочку. Нам и ребята часто звонят, ребята приводят своих девочек на тесты угу. на беременность, на консультации. А ви вважаєте, що це просто вони не можуть собі дозволити купити цей тест, чи їм вже потрібна якась психологічна допомога? І то, і друге. Угу. Тести на беременность все-таки не очень дешевые. Да, можно собрать. Как они говорят, ну на презерватив мы уже не скушаем пирожок, а купим презерватив. Угу. Это неправда. Пирожок все-таки стоит дешевле, чем презерватив. Точно так и тест на беременность. Хороший тест на беременность не такой уже дешевый. А у нас в самом деле хорошие тесты. Мне нет смысла делать рекламу, потому что мы их не продаем. Мы их делаем бесплатно в нашей организации. Но они... Молодежь наша, она в самом деле хочет еще и услышать, а что mm-hmm. мы им скажем. Потому что они знают, что все консультации у нас конфиденциальные, мы не спрашиваем ни фамилию, ну, имя, конечно, потому что надо обратиться как-то к человеку, и поэтому они приходят к нам и делают эти тесты. И минулого разу вы звернули увагу на то, что вы не даете знать батькам. Оце, да. Я вважаю, что это не главное, что почули сейчас подлітки, потому что, как вы кажете, немає в родинах ну, довіри такої, и просто, можливо, соромно, можливо, это страшно розповісти мамі, что у меня там есть какие-то стосунки, и я зараз, от у меня там какая-то затримка, я підозрюю, что, может, я завагітніла. Дівчина ж цією думкою може, знаєте, і не спати. І не їсти. А тут ми зараз їй надаємо таку, знаєте, підтримку і говоримо про те, що от зателефонуй, прийди, з тобою поспілкуються і тобі розкажуть, як тобі поводитися, які ризики можуть бути. Тобто немає нічого такого, ну, дуже, скажімо так, жахливого, ніж саме життя, яке може зіпсуватися, тому що і випадки ж є такі, що і дівчата можуть накоїти якогось лиха. Можуть накоїти. Чи були такі випадки? Були. Были. А что самое ну, могло девчата сделать? Ну, одну девочку снимали с моста, она хотела покончить жизнь самоубийством. Тобто ви уявіть собі, наскільки да. вона зараз потрапила в стрес, да. що вона призводить себе до думки про те, що я не хочу жити, тому що їй здається, що це вже все кінець життя. Да. Поэтому на этих уроках ми їх, хороше таке українське слово, заохочуємо. Якщо вдруг случилась така ситуація, обов'язково обратитися к нам. Вони, в самом деле, не їдять, не спять, вони переживають, коли є задержка. І коли тест оказывается отрицательным, когда они к нам приходят. Они мне дают клятву, я никогда больше в жизни не буду заниматься сексом. Они мне дают такие клятвы. Я говорю, нет, ну давайте, да, я говорю, нет, давайте мы не будем заниматься до брака, а потом, конечно, это уже как обязательная составляющая в браке. Поэтому они очень интересные, наши дети. Они просто многого не знают, и их надо просто направлять, рассказывать, ну, просто говорить им об этом, и они все поймут. Они у нас молодцы, хорошие. Просто не робити таких певних заборон в житті. Совершенно верно. Так, и хочу наостанок ще запитати. Останні, наприклад, місяць, от зараз весна, скільки до вас звернулося дівчат? Ну, знаете, мне так трудно сказать. Вы имеете в виду именно подростков? Так, подлітки, да, начиная с января месяца. Ну, давайте я приблизительную цифру хотя бы скажу, потому что у нас 4 консультанта, которые работают в миссии с любыми женщинами. Ну, я думаю, может быть, человек 30. Угу.
30 дітей. Ну це вже результат, це вже говорить про те, що інформація діє, ми допомагаємо людям, саме дівчатам, хлопцям, отримувати консультації від фахівців. І про це нам сьогодні говорила представник міжнародної благодійної організації Світлана Корольова, саме з організації «Місія в Україну». Тож, дівчата, не будьте байдужими до власної долі та до здоров'я, консультуйтесь, отримуйте інформацію, це найголовніше сьогодні.